Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Конищева, и в эфире очередной выпуск информационно-аналитической программы «Автодром Информ». Сегодня мы познакомим вас с самой интересной, на наш взгляд, и актуальной информацией из оренбургского мира моторов, и не только. Спонсор программы – крупнейший в области дилер Волжского автозавода автосалон «Лада Сервис». Любые модели «Лада» всегда в наличии и по выгодным ценам. Автосалон «Лада Сервис», улица Волгоградская, 5, телефон 44 88 63. И как всегда начнем с самых актуальных мировых автоновостей. За первое полугодие 2016 года мировой рынок улучшил свои показатели на 3,6% и поднялся до отметки 45 миллионов 917 тысяч проданных автомобилей. На первом месте по уровню продаж Китай – 12 миллионов 970 тысяч машин. Второе место занимает Америка – 8 миллионов 638 тысяч проданных автомобилей. Третью строчку занимает Западная Европа – 8 миллионов 400 тысяч машин. На четвертой позиции – Восточная Европа – 1 850 тысяч авто. И на пятом месте – Южная Америка с результатом 1 270 тысяч. А сейчас рассмотрим основные тенденции на российском автомобильном рынке. Прогноз продаж автомобилей в этом году составляет 1 350 000 штук, что меньше на 14%, чем в прошлом году. И по заявлению аналитиков Ассоциации автомобильных дилеров, такая тенденция сохранится и в следующем 2017 году. По их прогнозам, Россия опустится до уровня 1 200 000 проданных машин, и то при поддержке государства. В противном случае рынок рухнет до отметки в 900 тысяч реализованных авто. Тенденции, как вы сами понимаете, печальные. Кризис, к сожалению, еще не достиг своего дна. А сейчас интересная и важная, на наш взгляд, информация для всех оренбургских водителей. Знаете ли вы, что в нашем городе существует специальный некоммерческий радиоканал взаимопомощи на дорогах? Называется он АРК «Урал Оренбург», и на сегодняшний день в нем зарегистрировано более 7 500 водителей. С его помощью вы можете получать оперативную информацию о дорожной обстановке, поделиться полезными данными и попросить помощи других автолюбителей. Для того, чтобы стать участником этого полезного общения, достаточно найти всю необходимую информацию во всемирной паутине и зарегистрироваться. Если у вас все получилось, добро пожаловать к общению! А теперь к официальной статистике. К сожалению, в нашей области наблюдается печальная стабильность по количеству погибших и пострадавших в ДТП. По официальным сводкам ГИБДД на дорогах города и области за период с 8 по 14 июля включительно произошло 631 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадало 67 и погибло 7 человек. Остальные аварии обошлись лишь материальным ущербом. Несмотря на то, что количество ДТП увеличилось аж на 20%, их тяжесть немного снизилась, поэтому количество погибших и пострадавших не изменилось. Как и всегда, основными причинами ДТП стали невнимательность на дороге и превышение скорости. Далее актуальная информация об акциях, которые действуют в автосалонах города. С 1 июня автомобили «Лада Веста» и «Лада X-Ray» уже доступны по программе «Байбэк» в кредит с ежемесячным платежом всего от 5900 рублей. Превосходный городской автомобиль «Кио Пиканто» вы можете купить всего за 239 рублей в день, плюс годовой запас топлива достанется вам в подарок. А надежный японский внедорожник «Митсубиши Аутлендер» вы уже сейчас можете приобрести с выгодой до 100 тысяч рублей. Вот и все новости на сегодня. А что произойдет за следующую неделю, вам с радостью расскажет наш Автодром Информ. С вами была Татьяна Конищева. Удачи вам на дорогах и берегите себя!